нас сейчас 10:30 утра. Я уже сходила в душ, искупалась, волосы помыла. С Маркушенькой завтракаем. Маркуша у меня суп ест, колбасу. Как же без нее? Я тоже себе сделала один бутербродик с колбаской, с маслом. И сделала кружку кофе с молоком. Я уже 100 лет не пила просто кофе с молоком. Всегда, если пили кофе, то капучино у нас есть. Мама моя присылала, настолько нам с мужем нравится, уже готовое, в порошок высыпаешь с шоколадом, вот его пили. А вот просто кофе с молоком уже 100 лет не пила, я думаю, сделаю. На улице у нас мороз, больше 30 градусов, Маркуша у меня болеет до сих пор, ну уже немножко получше. Носик вот у него забитый, и текут, уже у него тут печет все. Бедный ребенок мучается, ходит, дышать ему тяжело, промываю носик ему постоянно. Сейчас он смотрит мультики, и у нас, короче, теперь мультики только по расписанию теперь будут, потому что он слишком у нас много мультиков смотрит, разговаривать вообще не хочет. Поэтому мультики только во время еды, и то утром, в обед я стараюсь ему не включать, и вечером тоже, если, ну, посмотрю по его настроению, да, как себе ребенок там веселый, так поест, если ему скучно, уходит, не хочет кушать, то могу еще включить вечером немножко. Ну, в общем, 1 час в день, за целый день, если я ему включу, и все, вот сейчас, чтобы утром он как-то взбодрился, я ему включаю, все, теперь больше никаких мультиков, 1 час в день и все. Не хочет вообще болтать, невнимательный. Да, сыночек, больше с ним стала заниматься, мы игры попридумывали, больше с ним разговариваю, хотя я с ним и так разговариваю, там объясняю ему, это ложка, это там вилка, но все равно он как-то невнимательно, надо его больше заставлять учить все, да, Маркуша? Любитель колбасы, прям наяривает колбасу. Так, какие у нас сегодня планы? Мне нужно приготовить кушать. Муж заказал постный борщ с фасолью. Без мяса готовится этот борщ. И надо на второе что-то приготовить, что не знаю. У нас только курица, муж вчера хотел мясо купить, но там... заехал на рынок, у нас местная эта лавка открылась, там только свинина была на кости. Я сказала, с косточками не бери, говорю, чисто мякоть. Мякоти не было, в итоге он не взял, одну курицу купил, поэтому у нас только курица, и надо что-то придумать с курицей, я хочу что-то придумать в духовке, пока еще не знаю. Стирка одна, и нужно убраться немножко, полы помыть. Так что, ну, в общем... самый обычный, стандартный набор дел на день. Ну что, мы будем кушать, и всем приятного аппетита. Я уже кушать готовлю, у меня уже вода на суп закипела, картошку начистила, сейчас буду бросать картошку на борщ, вернее, варить. Маркуша у меня в Play-Doh играет, ему вот последнее время прям очень нравится. Я его заинтересовала, достала формочки для печенья, и он... пытается вон делать. Давит там. Звездочка, да? Сердечко. И нам еще очень понравилась игра. Беру плейдо, макароны. И вон вот так вот берет, вставляет. Ему тоже очень нравится, да? Опа! Сердечко, да? Молодец. Вот такой вот у нас вид развивашек. Сегодня еще что-нибудь придумаем, да, поиграть? Вот это вот вообще хорошо, ему так нравится, мелкую моторику развивает. Вставляешь, и он потом обратно их достает и опять вставляет. Да, сынок? Звездочка, давай мама тебе поможет звездочку сделать. Давай. Ой, смотри, какая у нас звезда получилась. Звезда. Раньше он вообще как-то интерес к Play-Doh не вызывал. Сейчас мама поднимет тебе.
На, держи. Он раньше вообще на это Play-Doh даже не смотрел как-то. Он его боялся жмакать. Еще мама моя присылала ему пластилин. Легкий пластилин называется. Он тоже типа вот как Play-Doh, только он легкий. И он как попрыгунчик прыгает. Если шарик сделать, тоже играемся. Там 12 цветов. Но я все не доставала. 3 цвета достала, потом покажу. Очень интересно, да? Молодец, Маркуша. Макароны вставляем, да? Звездочку и сердечко делаем. Молодец. Готовлю уже вовсю кушать. Решила приготовить рубленые котлетки с куриного филе. Морковка, зеленый лучок, обычный лучок, укропчик, куриное филе, чесночок, ложка майонеза, яйцо и мука, ну и специи. Еще очень вкусно, когда добавляю помидор. Сделала пюрешку, вообще хотела сделать кусочками, но потом решила пюре. И сварила уже борщ, но борщ у меня, девчонки, не задался. У меня сгорела, зажарка пригорела. Я взяла фасоль, высыпала прям зажарку. С Маркушей пошла играть в пазлы. Прихожу, а у меня вся фасоль, короче, пригорела. Хотя я всегда фасоль бросаю прям в воду, ну сюда, в бульон. А в этот раз муж купил фасоль в томате, в томатном соусе. Я решила его высыпать в зажарку и протушить. Ну и, короче, забыла, и у меня пригорела вся фасоль на дне. Пришлось, короче, без фасоли делать суп. Тут, может, пару фасолин попало, да, и все. Вернее, борщ. Укропа у меня нет, закончился укроп. То лежит, не пользуюсь, то нету. Лучка зеленого порезала. Ну, вкусный борщ получился, но не такой, как муж хотел. Маркушку кормлю, уже насыпала ему пюрешечки и котлеток вот этих положила. Пока готовлю кушать, пока горячая, села вместе с Маркушкой перекусить, а то уже 2 часа, а мы еще не ели, не обедали. И Маркуша утром тоже вообще плохо покушал, включила ему на 5 минут мультики посмотреть, пока кушаем. А то он ходит уже, плачет, хочет, чтобы я с ним поиграла. Уже доигралась, что жарко сгорело. Хочет, чтобы я с ним поиграла, а мне еще некогда, времени нет. Надо сейчас на котлеты дожарить, посуду чистую поубирать, кое-какую помыть, полы помыть, стирку надо поставить, чтобы уже стиралась. Короче, дел много, и вот некогда даже ему время уделить. Буду сейчас вон пюрешку кушать и котлетки. Так что всем приятного аппетита. Я так ужарилась, не могу. Здесь так жарко, я бы балкон открыла, так Маркуша здесь со мной сидит. Я уже сделала все дела. Маркуха у меня тут играет с водой, тарелочками. Мама ему тут придумала. Нет, выливать не надо, и так уже весь полотенчик мокрый. Это, конечно, делается в ванной, но мы решили сейчас поплюхаться, да, немножко? Мама полы только помыла, Маркуша сейчас еще домоет. Ему так паровозы нравятся, это прям вообще. Этот ему подарили, ему нравится. Он на батарейке по кругу ездит, вон с Лего стоит. Тут мы он тоже в Лего играли. Я уже все дела сделала, у меня там стирка стирается. Давай переливать водичку, переливать. Переливай водичку. Переливай. Переливай водичку. Да, водичку надо переливать стаканчиками. Ты решил покупаться в 2 тарелочках? Не пей. Кап-к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 ап. Дырочки там есть, да? И водичка капает. Он язык подставляет. А здесь больше дырочек. Чё-то не льется. Воды мало набрали. Кап-кап. Кап-кап водичка. Кап-кап водичка. Кап-кап.
Водичка кап-кап. Кап-кап на волосики Маркуша, да? В общем, мы тут ерундой страдаем. Я так устала, сегодня вообще не выспалась. Ой. Маркуша вроде и спал хорошо, а я всю ночь крутилась, вертелась и вставала очень часто. Поэтому не выспалась, устала, что-то я уже. Но сегодня больше дел я делать никаких не буду. Будем отдыхать, и с Маркушкой надо сейчас сесть позаниматься. Сейчас вот эту вот лужу уберем. Что, мокрый весь, да? Что, давай. Дает мне стакан, чтобы я ему полила. Давай. Давай, поднимаем. О, смотри. Кап-кап. Кап-кап. Что для счастья надо? Дети любят воду. В воде играться. Маркуша у нас вообще любитель в воде. Поплескаться, да, сынулечка? Посадила Маркуху в ванну, потому что всю воду здесь разлил. Начала убирать эти тарелочки, стаканчики. Он давай в истерику, ему прям так понравилось. Так я его в ванную посадила, водички ему теплые налила. И он там сидит, плюхается, переливает с тарелки в эти стаканчики. Прям ребенок увлекся. Ой, сейчас лего соберу здесь, потому что по всему дивану разбросал. Смотрела, заходила в детский мир, лего смотрела, лего дупла. И на ютубе видео смотрела, есть, мы с мужем видели, коробочка такая большая была. Паровоз, который сам едет. Ну, кнопочку нажимаешь, и он едет. Такой классный набор, а Маркуше сейчас вообще в последнее время паровозы понравились. Он сидит, ту-ту-ту-ту. Посмотрела, ну, блин, слишком дорого. 6 000 по скидке коробка только одна стоит. А если без скидки, то 9 000. Ну, это очень дорого. Коробочка, блин, 6 000, да? Игрушки какие. Ну, конечно, качество у лего очень классное. Мне понравился конструктор. Я бы и сама таким бы играла. Я уже жду, когда ребенок вырастет. И будем, знаете, покупать не лего дупла, вот такие большие детальки, а где мелкие детальки. И вместе с ним собирать конструктор. Классно. В общем, вот так. Завтра будем отдыхать. Кушать я сегодня приготовила. Тарахтит там тарелками, стаканами. Кушать сегодня приготовила, завтра будем отдыхать. Ванную нужно будет помыть, сантехнику. И завтра нужно сесть, срочно сделать маникюр и педикюр себе. И, в принципе, все. Не знаю, купит сегодня муж или нет. Для торта. Мы не наелись торта. Я готовила 2 торта на день рождения мужа. Один торт он забрал на работу к коллегам, угостил. Один я дома готовила. Мы практически 1/2 торта отдали соседям, угостили их. И, в общем, нам осталось тоже 1/2 торта. Мы по 2 кусочка вот таких вот съели и не наелись этого торта. Муж говорит, блин, я еще хочу. А я говорю, ну, зайдешь, говорю, купишь масло, говорю, сгущенку, говорю, еще приготовлю торт. Так что не знаю, купит он сегодня или нет, если не забудет. Короче, на днях опять буду готовить торт. Так что вот такие вот у нас дела. Сладкоежки мы. Проглоты не наелись. Так что вот так вот. На улице холодина. Мороза больше 30 градусов. На улицу вообще не выйдешь. Сидим, короче, дома. Тем более Маркуха с соплями и с легким кашлем. Надо лечиться. Лечимся, вон носик ему постоянно промываю, как я говорила. Завтра, кстати, хочу сесть порисовать. Я давно так не рисовала, хочу какой-нибудь найти рисунок и срисовать его, сесть. Как раз и Маркушка со мной сядет, порисует. В общем, завтра будем мы
отдыхать. Ну что, наверное, буду заканчивать я влог. В принципе, больше интересного ничего не будет. Будем отдыхать, будем сейчас заниматься. Сейчас пойду его уже доставать с ванной и сядем, будем играть в какие-то развивашки. Всем спасибо за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал и всем пока-пока и всем удачи!